Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Воу-воу-воу, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната. Выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно, вуаля, поздравляю я тебя. Участвуй в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся. Именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай! Виталий Старк не обманет! Хей, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia на сервере Black. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне очень приятно. Сегодня вот такое вот у нас замечательное ламповое начало, уютненькое, очень круто это все дело смотрится. Сегодня я просто бомбил, наверное, минут 20 подряд бомбил наш сервер, человек с читами рванкой. Он просто разносил все-все-все на своем пути. И угадайте, кто его поймал. Мы долго за ним гонялись, смотрите видео до конца. Правда, я, конечно, самое начало не снял, как я похотел, бомбил. Но все-таки мне удалось его поймать. Блин, это я счастлив. Короче, желаю вам приятного просмотра. Кто кушает, приятного аппетита. Админы, все, я все сделал. Хорошо. Можете передать приветы, и мы начинаем. Виталий, микрофон за... Говорю, передавайте приветы. Читы у чела. Короче, здесь тоже проезжал чел, всех разбомбил. Надо его найти все-таки, потому что это жесть, ребят. Рванка появилась, короче. Ну, какого чела, блядь? Короче, рванка — это человек на скутере, на машине подъезжает. И он, короче, всех долбит, и машины в разные стороны отлетает. Я хочу его поймать. Блядь, ты только отошел нахуй, блядь, его проверил. Да, видим. Обалдеть. Так. Белая фура. У нее что? А, бля, что, блядь, это помогает от этого, блядь, какие-то. Не, какой пинг? Ребята, кабажись, мы его заметили. Я его только что за одним человеком последил. Где этот мост? А, пост ГАИ. Я все забыл. Южный, вот здесь. Да давай, телепортируй меня туда. Быстрее. Я поймаю его. Я должен его поймать. Так, мне нужен дебаг. Мне нужен по-любому дебаг. Вот так вот. Давайте. Он ехал, короче, вот здесь. Я увидел по дороге, он там летел очень быстро. Это самая долгая уловка, ё-моё, это самая долгая. Я еще никогда так ни за кем долго не гонялся. Значит, он уже пролетел, представляете? Так, сейчас будем его попытаться выловить, но по-другому никак, ё-моё. Так, нормально вроде едут, нормально. Я себя чувствую гайцом, ё-моё. Но его поймать надо, он прям уже всех задолбал. 218, смотри, причем читы включаются, как будто 446-й. В кого он врезается, у них же скорость очень большая, и чит думает, что они, короче, читерят. Тальку. Пока что никто его не нашел еще. Не нашел. Короче, я сейчас наблюдаю просто за всем происходящим и понимаю то, что здесь ездят люди с рванкой и всех подряд фигарят, потому что машины большинство в кустах. Они в кустах и сломаны, все жалуются, он куда-то поехал. Я его пока что найти не могу, но я хочу его найти и заблокировать, потому что это жесть. Он один уже катается около... минут, наверное, 10 и продолжает всех рванить. Я не понимаю таких людей, которые вообще читы вот эти устанавливают, делают для чего, ё-моё. Страдать фигнёй и не более. Так, надо его как-то нам выловить.
Да-да-да-да-да! Ребят, нашел. Не вижу ID, не вижу. 309, отлично, попался. 309, ребята. Все, иди сюда. Где 309? Отлично. Иди ко мне. Здравствуйте, уважаемый игрок. Я так долго за вами гонялся и все-таки вас достал. Расскажите мне, пожалуйста, вашу политику. Для чего вы скачали эту рванку и начали рвать нервы наших игроков? Что вам плохого сделали? Да пошел ты вон! Не слышишь? Пошел вон с сервера! Блядь. Сейчас. Поймал читера. У-ху-ху-ху-ху! Так. 180. Для чего используешь рванку? Поймал, просто поймал. Фу, я вообще в шоке, а? Для чего? Ну, глупый, еще не понимаю. Ты не глупый. Вот честно скажу при своих подписчиков, ты тупой. Могу тебе сказать, ты тупой. Больше я ничего не скажу. Я скажу тебе это прям в лицо. Хоть я, да, сейчас и нарушу правила, но ты такой есть. Ты не понимаешь головой своей, что ты делаешь фигню полную. Включай мозг. Потому что с читерами я буду разговаривать именно так, и я буду прав. Пошел Фрапс подрубать. Смотрите, админы, Фрапс пошел подрубать. Пермбан 180 чет. До свидания. Ой, как я долго за ним гонялся. У меня прям сейчас с души камень улетел. Я просто всех там, тут, там сработал античит. Античит там сработал. Я прям бац туда. Оп, его вдалеке увидел. Дебаг включил. Оп, туда телепортировался. Там его пытался найти. А это вот он наш с рваночкой. Ну а чё, читы слили. Они не понимают, что это будет очень палиться. Ну, античит по-любому будет. Сапаркин, Миша, не сопи. Передаю тебе привет от Старка. Мы Виталю потеряли. В смысле потеряли? Чё они меня там потеряли? Потому что я и так этого читера ловил. У меня прям азарт появился, чтобы его поймать. Я его поймал. Виталий, на вас пофигу, говорят. Ну... Я хочу стать... Чё, вообще что ли ненормальный? Литвин, я разрешаю тебе Мишу убить. И это не будет считаться как ДМ. Нам голубые не нужны в команде. Нормально, ребят, я просто реально круто. Я сейчас такое расследование провел. Я его заблокировал, он хотел выйти. Короче... Это жесть. Это реально жесть. Я за ним очень долго гонялся. Еще вот до этого момента, как начал снимать, я его пытался выловить. Я телепортировался в Батырева, в Батрева, в Лыткарина. Я, короче, везде телепортировался и пытался выловить этого рванщика. И вот я поймал человека с рванкой. Скачал читы. Отношусь к тебе так же плохо, как и ты к нашему проекту. Ты скачал читы, начинаешь портить игровой процесс. Да пошел ты, ё-моё. Мы на таких, как ты, клали, знаешь что? Когда подрастешь, поймешь. Бац! Ему в лицо. Убили, просто раскатали. Разбили. Блин, я так радуюсь, потому что я так долго за ним гонялся. Я его раскатал, ё-моё, раскатал. Админ, если я сейчас увижу репорт больше трех, вы будете, получите выговор. Сейчас я прям включаю. Тара-та-тара-тара-та.
Ничего себе, вам повезло. Ну что, давайте. В голосовой чат за меня закончите видео. Давайте. В голосовой чат говорите. За меня. Ну, голосовой чат включайте, разговаривайте, прощайтесь со зрителями. И с вами был Виталий Старк, и всем пока, ставьте лайки и на канал подписывайтесь. Так, следующий. Все? Всем пока. Пока-пока. Ну что, ребят? Вот такой вот у нас замечательный ролик получился, я прям счастлив, мы его размочили, он просто уже минут 20, наверное, никто его поймать не мог, он потому что быстро пролетал, там разгарамливал, никто ID не видел, и я красавчик, могу себя сам похвалить, если себя сам не похвалишь, никто и не похвалит, вот так вот. Ну что, ребят, все, до новых встреч, пока! Видео просмотрено, подписка плюс!